Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. Я, як завжди, як і досі, пані. І сьогодні у мене гість – пан Володимир Петренко. Вітаю. Доброго дня. Звертання «пан» – звичайне, нормальне, звичне? Ні, незвичне. Не зустрічав я в маршрутці. Пане, передайте, будь ласка, за проїзд. А ви їздите в маршрутках? Так. Я хочу бути поруч зі своїм глядачем. Ага, то хтось з електоратом, а ви з глядачем, так? Ясно. Ну, у вас же ж голосують квитком, так, за вас, за ваш театр. Давайте скажемо, хто ви? Ви художній керівник театру «Віримо» чи «Вєрім»? Ні, ми двомовний театр, і назва у нас також офіційно перекладається, або ж «Театр Віримо», або «Театр Вєрім». Угу. Тобто ви не любите оцю транслітерацію типу «Вєрім» українською, ні? Це не та територія, де треба користуватися словом, не знаючи його перекладу. Ну, чому? Ну, до речі, «Віримо» притомно звучить українською, прекрасно. Воно не міняє сенсу, не міняє звучання. Навіть, я б сказав, дещо красивіше, поетичніше. Так, милозвучніше трошки. Так. І режисер, театральний режисер, правильно? І актор чи ні? Ні, ні, вже давно ні. Давно ні, але було. Було. А якщо зараз запросили б щось зіграти, зіграв би? Так, до цікавого режисера пішов би. Щоб самому зсередини себе не контролювати, треба довіритись. А сам собі режисер – це нормальна історія? Це погано. Ні, актор має довіряти режисеру. Він вже передає йому свої очі, дивись на мене збоку і вирішує, що я роблю так, і гарно чи негарно я виглядаю. Це... Сьогодні Володимир Петренко – художній керівник, режисер, ну і батько-засновник, мабуть, театру, якому 29 років, пішов 30-й, так? Так. З чого починався Володимир Петренко, коли він ще був? Вовочка, чи як називали? Ні, Вовочкою ніколи не ніколи? Був. Ніколи? Анекдоти – це не так, про так, тебе. Так, так, так. Де народився, хто батьки, взагалі дитинство, звідки родом, звідки вирос режисер ще? Родом я з Павлограду. Тобто поруч, 80 кілометрів, Дніпропетровська область. Там я почав займатися театром. Теж у колективі, який пройшов шлях від самодіяльної студії до професійного театру, театр імені Захави. Там я вперше, ну там я років 10 побув актором. Він зараз існує театр. Він зараз існує, цей театр. І там я вперше, десь починаючи з 85-го, мабуть, року, почав свої режисерські експерименти. Так. Ну, слухай, ну це ще ж не Володя, якому там 10 років. Що раніше було? От як в Павлограді можна захотіти стати режисером? Це не закид в бік Павлограду, але середовище ж ну, якось же формує. Мало ж бути якесь там підґрунтя, так? Ну, середовище... Чи ти не одразу хотів стати режисером? Ні, я чомусь, я нещодавно комусь це розповідав, я чомусь у 10 класі захотів займатися театром. Саме тоді ж була одна єдина як вдохновляюча, да, мотивуюча історія – це телебачення. І чомусь я дуже любив дивитися програму там, «Театральні зустрічі». Я бачив цих людей, акторів, режисерів. І я розумів, що ой, життя, яким вони живуть, думки, які вони думають, справи, які вони планують – це дуже цікаво, особливо мені, живущому у Павлограді. От. Потім я дізнався, що є театральна студія, що там цікаво. Закінчив школу. Я намагався піти під час навчання в школі почати, але в мене було бурхливе шкільне життя, таке, да, з класом. Тобто, бурхливе в хорошому сенсі? Я ріс у приватному секторі, ага. Я був людиною, яка, яка жодного разу не була у піонертаборі. Ну, навіщо? Є ж вдома всього вистачає. Розпорядок там. От, тому я відбув своє шкільне життя, перегорнув сторінку, все забув, що там було, і почав займатися театром. А вчився добре в школі? Ну, у мене був атестат щось 4,5, але були якісь трієчки. А що, що любив в школі взагалі? Де, в чому був молодець? Любиш те, там і любиш той предмет, де ти любиш вчителя. Нещодавно було свято, можемо привітати. Так,
Я, наприклад, чудово пам'ятаю етап і період, коли я любив фізику, тому що була викладачка фізики. Я навіть приймав участь в якихось олімпіадах. З 9 класу прийшов інший фізик, і для мене ця наука перестала існувати. Просто я вийшов з трієчкою. Все через персону? Так, так. Ну, мені здається, що життя так і відбувається. Зараз, да, там авторитет освіти, він же ж залежить від авторитету тих, хто отримав освіту. Ми ж не можемо убедити ученика, що сьогодні качественне образование означає, естественно, качественний уровень жизни. Це ж сьогодні ніяк не зв'язано, чесно. Ну, на самом деле, это никогда не связано. Вот, много троечников, моих бывших учеников, которые выбились в люди. И потому тот учитель, который тебе кажется успешным, который кажется тебе современным, кажется тебе думающим, он тебя привлекает. Неважно, преподает он географию или историю. То есть главное все-таки зажечь лично, и влюбить. Да, конечно, конечно. В режиссуре то же самое. Мы-то берем одну и ту же пьесу, одну и того же Ромео и Джульетта. И я, и Иванов, и Петров, все берут ее. Да? Но и зритель, и актер выбирает того режиссера, кто расскажет урок увлекательнее. Ну вот есть же в театральной критике такое, вот, например, Ромео и Джульетта такого-то. Да, да. Ромео и Джульетта такого-то, да, да, Ромео и Джульетта Петренко. Да. Да. То есть это совершенно разные Ромео и Джульетты, хотя Шекспиру и не снилось вообще, какие будут прочтения и трактовки, и то, что эта пьеса вообще будет жить сотни лет, да, и Эфросом, и Петренком она будет интересна. Поэтому такая штука. Хорошо, кто родители? Родители, папа каменщик, построивший пол Павлограда, вот я с детства помню хождение с ним, когда он говорит, вот это я строил, вот это, вот это. Вот, как бы. Узнаешь его кладку сейчас, если ты в Павлограде бываешь вообще? Ну, бываю, но только сейчас по печальным поводам, сейчас вот как бы недавно маму похоронил в Павлограде, естественно. Сейчас, к сожалению, редко. Я не только узнаю, я когда-то в 9-10 классе иногда ему помогал, что-то делал, да, да. Я мог гнать внутреннюю кладку стенки, а он наружную, поскольку она должна быть красивой и качественной. Ручки помнят еще? Ну, если бы пару часов повозился, наверное, бы вспомнил. То есть, если что, можно рассчитывать, да? На внутреннюю кладку точно. Да. Папа был печником замечательным. Он мне пытался объяснить эту математику, как надо сделать печь или камин. Но я до этого я не дошел. Я уже тогда о театре больше думал. Вот. Мама работала всю жизнь на Южмаше. Там, где-то на полигонах, на испытательных, куда-то там стреляли, что-то там. В общем, вот так. Она инженер? Нет, нет. Она из Могилевского района. В общем, они с отцом поженились, когда вместе там учились, жили в Днепродзержинске. Нет, я интеллигент в первом поколении. А ты один в семье ребенок? Нет, два. Есть еще старший брат. Старший он брат? Он пошел за отцом, он строитель. Все в порядке. Ну, кто-то должен продолжать. Да. Я тоже поступал в строительный институт, потому что после окончания школы родители бы меня не поняли, если бы я отложил свой аттестат и сказал бы, а теперь я пошел заниматься театром, никуда не поступать, а буду просто в театральной студии. Потому как бы я отдал дань у нас и школе, потому что мы поехали поступать в строительный институт. По-моему, у нас было 5 или 6 одноклассников. Это было чудесное время. Я завалил последний экзамен, приехал домой. Специально? Специально, конечно. Ну, сказал, ну, не хватило. Папа, прости. И все, и пошел в театр. Тебя били в детстве? Нет. Нет? Нет, нет, нет. У родителей был пиетет. Я смотрю, какой-то у тебя небитый вообще характер, да, явно небитый. У родителей был трепет, когда они меня видели с книжкой в руках. И вот живя там в частном секторе, живя в районе, где все занимались выращиванием, продажей редиски, перевозом ее в Москву в мешках, да, то есть бизнес, редиска, помидоры, огороды, вот это то редиска в Москву? Естественно, та среда, в которой я рос. И когда они видели меня с книжкой, мне ничего не... Все, я был...
То есть тебя никто не напрягал школьник, с продажей редиски, да, никто, на самом деле? Абсолютно. То есть это было, то есть это было важнее? Из домашних забот помню только то, что газа тогда не было, печи отапливались дровами и углем. У меня была старенькая бабушка, я должен был из школы бежать домой, чтобы растопить печь. Потому что родители на работе, вот. Сейчас зритель слушает и думает, какого года вообще рождения этот Петренко? 64-го. 19 век, печи топили. Да. Хорошо, не поступил, ну, смирились, я так понимаю. Да, ну, раз ты выжил, то все хорошо. Да. Ну, и... я сказал, что я годик позанимаюсь театром и буду поступать куда-нибудь в театральный институт. То есть они поняли, что переубедить тебя... Ну, что да, в семье не без артиста. Вот это был я. И как-то я уже остался в этой студии театральной, в этом театре, потом сходил в армию, потом вернулся, потом поступил в Харьковский институт культуры. А в армии выступал в армейской самодеятельности? Нет, я был в обычных войсках. То есть ты скрывал свои таланты? Вот нет, я их не скрывал перед своим рядовым составом. Да, я помню ночные стрельбы, ночные сидения в окопах. Я был мотострелком самым обычным. Вот, и помню, как на морозе, как бы сидя в окопах, я рассказывал, я играл наизусть как бы спектакль, который играл до армии. Да, я, например, знал наизусть там повесть Валентина Распутина «Последний срок», потому что я в ней еще играл. И я мог рассказывать эту историю, мог рассказывать что-то другое. Но на самом деле нет. Обычная армия с одной дембельской фотографией. Не было тогда. Там у меня таких условий. У тебя не было дембельского альбома? Не было. Обделили. Не было. Хорошо, закончилась армия. Мечта не пропала, да? Да. А в детстве вообще были какие-то мечты, вот кем ты будешь, вообще мысли? Или... Ну, к сожалению, основная моя мечта, у меня дядя, мамин родной брат, летчик и такой международник, потому вот я помню, как я когда-то по улице бегал в детстве, раздавая жвачки своим друзьям, нарабатывал авторитет, да. Дядя мой, он летал, возил там Фиделя Кастро. Он как бы в Москве живет до сих пор, жив-здоров, дай бог ему здоровья. И я, конечно, хотел быть летчиком, но зрение начало ухудшаться, и эту идею mm-hmm. я вынужден был оставить. Mm-hmm. Вот. Пока вот не появился театр. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, электорат ты подкупал жвачками, а не гречкой. Ну, да, да. Какое-то время, да. Остался театр. А ты думал об актерской карьере, или ты все-таки... Я думал об актерской, а потом произошло то, что, увы, как бы порой происходит с актерами, становится мало того, ну, тебе кажется, что можно лучше. Это бывает грешная мысль, ты можешь ошибаться по поводу своего режиссера, своего руководителя. То есть можно лучше режиссировать? Да. Да, думала, вот раз зарождается это предатель, червь сомнения, да. Ты начинаешь делать свои первые... Я вот в этом театре начал первые попытки делать. И как бы они приветствовались публикой, но не приветствовались моим режиссером. Мне хватило каких-то 5 лет, вот, чтобы понять, что я должен уходить. А ориентир все-таки публика? Ну, собственное ощущение, конечно. Конечно, собственное ощущение, получается, не получается. Но бывает же так, что ты вот думаешь, вот классно, да, и оно может быть классно, но рановато, например, публика еще не доросла, и публика не понимает. Нет, ну тут какое-то компромиссное состояние. Я как режиссер, я не знаю, все ли режиссеры так, но... Вот есть понятие генеральной репетиции, есть понятие как бы предпоказов, да. Я, ну, не буду скромничать, я умею смотреть спектакль глазами зрителя. Он мне может нравиться, не нравиться. Я во время репетиции я ругаюсь, я чего-то делаю, а потом приходят люди, и я как бы немножечко, я слышу и вижу спектакль через них.
И через них я уже, ага, вот тут они понимают, вот тут не понимают. Тут они, так сказать, мои, я их забрал, здесь они расслабились, я их потерял. И начинается корректировка. То есть именно вот с точки зрения зрителя. Но это же еще надо доверять зрителю. Нужно же себя убедить, что это не зритель дебил и дурак, а у тебя где-то путь, нет. Как сказать, философия, что зритель дебил и дурак, тебя как бы загоняет вообще в тупик, потому что тогда не занимайся этой профессией. Ну, зачем ты ею занимаешься? Ведь мы же подаем свое творчество именно зрителям. Я априори не могу его считать дебилом. Называя театр «Верим», я в том числе говорил и ощущал зрителя как человека, которому я могу доверить все свои самые сложные размышления и переживания. Я доверяю зрителю, что ему это важно. Театр начинался как театр-студия, насколько я понимаю, да? То есть это была попытка создание своего объединить талантливых, найти, да? Создание своего, не найти, а вырастить. Я тогда как бы жил, ну, это не иллюзией, но, в общем-то, убеждением, что научить можно всему, научиться, если хотеть, можно всему. Я считаю, что как бы многое из того, что нам удалось, в общем-то, подтверждает меня в моей правоте. Если любить, ну, ты же тоже учитель, знаешь, что если ты ученика любишь, и можно горы свернуть, можно свернуть, если у вас, опять-таки, доверительные отношения. Если он отвечает. Если он этого хочет. Да, если он хочет, отвечает, да. Если он отвечает. А бывало в твоей жизни такое, что ты видел, ну, классная фактура, классные данные, талант, да, а человек не видит себя в этом деле, да, вот, и ты его не можешь убедить бросить все и пойти в театр. Вот есть ли такое ощущение, черт, какой материал пропадает? Бывает есть, конечно. И сейчас такое ощущение может быть просто на улице. Я могу увидеть там девушку или парня, услышать голос и подумать, ой, елки-палки, никакие годы занятия сценической речью не дадут такого голоса. Ему бы на сцену. Жаль, что он этого не знает. Ну, бывает. Или жаль, что эта профессия сейчас там не имеет того престижа, в которой... То есть красивые девушки скорее идут в модельное агентство, чем в театральные институты. Ну, или как-то сочетают это и в конце концов выбирают то ремесло, которое ищет любой человек. Мне бы попроще, но побогаче. Вот как бы. А театр это не попроще? Не попроще. Театр это очень сложно. Да. Хорошо, студия. То есть ты понимал, ты ставил для себя ориентиры. Вот сейчас студия, а дальше я хочу. То есть ты знал, что ты хочешь? Конечно, я же был выучен уже в Павлоградской системе, когда из студии сделали профессиональный театр. Потому был хороший пример. Потому у меня был, да, образец, которому я не доверил как режиссеру, но как строитель театра он осуществился полностью. Рева Анатолий Андреевич, который как бы вот из нуля, из дворовых пацанов и девчонок сделал профессиональный театр. Это был уже кейс, как сейчас говорят, готовый. Да. Ты понял, что можно... Пригласил ребят, пришли там в первый год, по-моему, десятка-полтора девчонок, только девчонок. И я им нагло и уверенно сказал, что мы с вами будем делать профессиональный театр. И они поверили. Хотите? Конечно. Есть такие, которые верят до сих пор? Да. Из них? Да, вот, да, в спектакле «Остров Инишман», который ты горячо любишь, две актрисы, тетушки главного героя, это те девчонки, которых я знаю с 91-го года. Вот это так поверили, да. Отдались, да. И получилось. Да, и стали... Ну, ты же, я надеюсь, их в театре держишь не как память о своем первом успехе, нет? Это же хорошие актрисы. Да, ну ты же их видела. Вот, ну, я же не могу оценить, я публика. Это уже другая задача, к сожалению. Вот ты меня назвала художественным руководителем и режиссером, а это, в общем-то, две немножечко взаимоисключающие точки зрения на спектакль. Потому что, увы, вот что хочет просто режиссер? Он хочет провести кастинг, отобрать лучших на те роли, которые, как ему кажется,
А художественный руководитель должен работать с тем материалом, который у него есть, и иногда заведомо давать актеру не выигрышную роль, не его роль. Потому что я должен думать о растаскивании амплуа, ну, это о же выращивании. Не антреприза, во-первых. Да, там вот, у тебя стабильный состав относительно. И это не разовый проект, на который ты там кино, потому, например, конечно, собрал. Конечно же, да. Имея разных актеров разного полу, разного возраста, я трачу львиную долю времени на выбор пьесы, которая соответствует интересному разговору со зрителем и росту участников труппы. Обязательно росту. Вот кино просто, например, эксплуатирует фишку артиста, да? А в театре художественный руководитель должен думать о росте, а режиссер должен думать о качественном спектакле. А рост режиссера, что с этим делать? Кто ему помогает расти? Особенно если ты режиссер и худрук в одном лице. У тебя же должны быть тоже какие-то, не знаю, пендели или или красная таблетка, которые, да, помогают тебе расти? Хороший вопрос и сложный вопрос. Потому что для того, чтобы расти режиссеру, да еще руководителю театра, надо ощущать конкурентную среду. Угу. Значит, надо стараться, как, если в твоем окружении, как бы ты живешь в достаточно провинциальном театральном городе, то ты должен ездить, смотреть, mm-hmm. искать. Вот как бы, mm-hmm. может быть, я рассуждаю субъективно, может, это моя точка зрения, но я немножечко, да, вот как, ну, твоя, конечно, как самец, как я должен искать, с кем пободаться. Приходит весна, начинается гон, режиссер должен быть вот немножечко в этом процессе, то есть видеть большую театральную карту. Mm-hmm. На которую, если тебе нету, ты не видишь рядом, ну хорошо, посмотри дальше, посмотри mm-hmm. через забор, mm-hmm. через границу, mm-hmm. посмотри спектакли. Mm-hmm. Так что, ну, я думаю, что участие в театральных фестивалях – это то, что мотивирует. Не победа, победа – это лотерея. А вот участие, когда ты видишь чужие концепты, видишь, чем живет этот театр, есть ли у них какая-то движущая, мотивирующая сила, что такое антрепризный театр, что такое репертуарный театр, все время думать о каком-то, о будущем этого театра обязательно. Угу. И не забронзоветь самому, да? Ну, если о будущем думаешь, не забронзовеешь. И ты бронзовеешь, когда думаешь о прошлом. Но ты как худрук даешь ставить другим режиссерам. И это твои режиссеры, как правило, да, которых ты же, наверное, и вырастил. Ну, или они выросли на твоих глазах, скажем. Ну, так, они, да, росли, они росли, видя, как я работаю. То есть я же работал с ними. Тарас Шевченко. Ставит Катя Слюсарь. Кто еще ставит? Варвара Воронина ставит. Да. У нас были случаи пробы, приглашения со стороны, но они не увенчались успехом, к сожалению. Либо я такой жесткий и неприветливый хозяин. Ну, как-то получалось, что я же должен принять работу. Я же как художественный руководитель театра отвечаю. Мне же не важно, чья фамилия. Я говорил, что, ну, я строю театр, у которого бренд, да, мы же говорим там, простите, там, «Современник», «Линком», и я хотел, чтобы «Верим» было таким же брендом, и я как-то этого добился, то есть, когда неважно, на какое название ты идешь. Ну, мы можем и украинские примеры привести, важно, там, на «Левому березі», там, «Золоті вроди» и так далее, то есть, тоже на «Левому березі» ні, а вот в українському театрі це львівський театр Курбаса, звичайно, ну, вот то, що називається авторський театр. Да, да. Угу. Так, це театр, куди вже йде і дивитися, ти можеш не знати, що це буде за формою, але ти розумієш, що це буде за змістом. Угу, угу. Ну, ми з тобою одної крові, угу. Да? Ну, да, 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 да. Угу. Тобто ти знаєш, на що ти йдеш, да, в общем-то. Да, да. Окей, то есть человек придет все равно в театр «Верим». Да. Он знает уровень театра «Верим» и увидит там поставленная неким приглашенным режиссером, некое не то. Да? И вот да, это опасно. Да, да. Опасно, это, да, опасно утратить очень, да, репутацию. Да, мы ведь это, за нее так, с таким огромным трудом боремся. То есть никто боремся. Чужой не ставит сейчас «Верим», только все свои? Сейчас нет, да, только свои. Но, в принципе, видя их результат, я очень доволен этим результатом. Как рискнуть, как в себе найти эту
Лояльность, да. А тебе говорят, что ты жесткий. Вот. Ну, ты, в общем, и сам признаешь, что, наверное, ты неприветливый, жесткий там к чужим, но тебе говорят и о том, что ты и в работе требовательный, жесткий. Ну да, ну ты же ответственный. Кто говорит? Люди. Жовта пресса. Вот. Ну и студенты говорят, что ты такой, ух, бывшие твои студенты. Ты сейчас работаешь в колледже, нет? Нет. Все. И не хочешь возврата? Хочу. И не знаю, там, как... Сейчас история колледжа развивается как бы тоже стремительно и разнообразно. Mm-hmm. И если я туда вернусь, то это будет уже на каких-то... С какими-то другими... С другим руководящим составом этого колледжа. Mm-hmm. Потому что до сих пор, вот даже сейчас, желая уже людей взять на работу, я побывал в колледже, посмотрел там каких-то студентов. Но колледж мне принципиально отказывает, потому что мне. Даже то давать есть, тебе студентов? Да, начиная разговор. А у студентов не спрашивают? Ну, студенты все-таки в какой-то мере подневольные. И у них же есть учебный процесс. И я считаю, что нормально, если пришли к профессиональное училище и сказали, что, ребята, мы уже можем ваших четверокурсников уже сейчас, до окончания, им еще 3-4 месяца, но мы уже можем предоставлять им работу, часть работы, проект разовый, для того, чтобы они адаптировались и выбирали это театр. Же отличная перспектива для, увы, для ребенка. Увы, буквально вчера не была встречена бурной поддержкой со стороны там, Беркатюка, который сейчас представляет как-то театральное отделение колледжа после его слияния. Вот, ну, то есть это личностное, да? Это да. Это не оценка твоего профессионального уровня. Это... Я преподаю по-прежнему, я ведь каждый год сейчас открываю и провожу годичные студии, потому что реально сейчас очень большой интерес непрофессиональных людей к театру. Ну, люди хотят новых каких-то ощущений, хотят чего-то попробовать. Я понимаю, что я могу это дать, и я делаю это уже несколько лет, и мне кажется, делаю успешно, потому что кто-то уже из этих студий попал ко мне на работу в театр, кто-то, выйдя на сцену, пережив там успех в каких-то спектаклях, ну реально, они, их приходится немножко палкой выгонять, говорить, ребята, годичный курс, я не... Планирую делать из вас профессионалов, потому что если вы захотите стать профессионалами, я сразу превращусь вот в этого жесткого, неприятного иногда человека. Потому что... Это потому что это уже будет работа. Да. Профессия есть профессия. Легких профессий не бывает. Как ты в себе нашел силы позволить кому-то ставить в своем театре? Да это же прекрасно. Я только меньше работаю. Это старость? Нет, ну на самом деле, вот это не только моя история, это история очень многих как бы достаточно успешных режиссеров, которые руководят театрами. Тебя приглашают куда-то на сторону, но ты не можешь поехать. Я не могу, меня приглашают поставить в тот или иной театр, надо уехать из города. Приглашают, да. А я говорю, тут я не могу, я могу, давайте созвонимся через 3-4, останется, через да? 3-4 месяца, mm-hmm. Я сейчас ставлю спектакль, только после премьеры, и вот это, а так, ну вот, Катя ставила сейчас спектакль, Тарас сейчас поставил гоголевский портрет, я палец о палец не ударил, чтобы теперь пожинать лавры ты руководителя. Чуть раньше, наверное, когда ты ему помогал становиться Нет, вот, на ноги? Ну, или Тарас Самородок да, такой? Да, в предыдущих работах, да, я считал это своим долгом. Ну, то есть те творческие, эмоциональные, физические, там, не знаю, какие еще дивиденды, которые ты вкладывал в этих людей, вот они сейчас работают, да? И эти люди же остались в Днепре, они же не уехали. И это же прекрасно, вот я сразу с себя могу снять вот этот, как бы... Бронзу. Не бронзу, а обвинение в жестокости, в жесткости, да? Это же прекрасно, что Катя на Сечеславне получила приз за лучшую режиссуру. Я же мог бы подумать, не я, я же тоже выставлялся. А что, не подумал? Честно, нет. Потому что это здорово.
потому что соперничали два спектакля одного театра, да, ну вот как бы... В режиссуре, а кто вы и... То есть Инишман и... И метод Грёнхельма. Ну, Грёнхельма получил лучшую сценографию. Ну, достойно. Ну, ты согласен, что это была лучшая сценография? Ты же уже мама, да? Вернее, ты мама уже взрослых парней, насколько я видел. Ты же уже... Ну, ты чьему успеху будешь больше радоваться? Своему личному или их успеху? Их. Вот со мной та же самая история. И ничего в этом нету. Я не какой-то супер позитивный. Ты согласен, это нормально. Что метод Грёнхельма отличная сценография? Конечно. А остров Инишман прекрасная режиссура? Конечно. Ну, я согласен. И в Грёнхельме прекрасная режиссура. Я точно так же это понимаю. Просто, ну, так, вот мы 2 года точно так же соперничали «На краю света» и «Порцеляновый кролик». Там Варя получила лучшую режиссуру, я получил гран-при. Почему я должен огорчаться? Черт возьми. Ты получил гран-при, конечно, что тебе огорчаться? Нет, ну в этом году я его не получил, ну и что? Ну, нельзя же получить каждый год. Я получаю раскупленные билеты в театр на месяц вперед. Это же гораздо важнее. Ай, сейчас малая сцена вышла на первый план у вас. К сожалению. Ну, к счастью для малой сцены, но, к сожалению, для всего театра хотелось бы, чтобы это было вот гармонично. И я думаю, что вы могли бы одновременно играть и там, и сям. Было бы желание, да, была бы возможность. Карантин и там другие приходящие. Первая причина не карантин, потому что карантин не мешает играть театру Шевченко или театру драмы и комедии. Первая причина все-таки отсутствие здания в условиях карантина. Сколько лет вы хотите новое здание? 29, да? Ну, не 29. И в первые годы существования студии любительской я не имел права хотеть здание с какого дива. Вот. Но хотел. Но хотел. Лет 20 я уже на него имею право, да. Потому что те спектакли, которые мы делали, «Шантеклер», «Кролики и удавы», «Руфин и Присцилла», это спектакли, которые заслуживают того, чтобы у такого театра было свое здание. Сколько спектаклей сейчас в репертуаре на большой сцене? На большой сцене, по-моему, где-то 6 названий. Ну, это кроме того, что вы готовили премьеру и притормозили ее опять же. То есть их могло бы быть уже, вот-вот уже могло бы быть больше. Ну, опять, больше мне и не нужно, потому что чужое помещение, мы арендуем эту сцену. Не-не-не, мы говорим вообще, если бы был свой театр. Если бы был свой театр, естественно, и сменяемость спектаклей была бы активнее. То есть нормально было бы иметь сколько названий? 10 на большой, например, нормально? Или много? Есть разные модели. Нет, ну, наверное, нормально. 10 на большой, там 10 на малой. Так, чтобы не частить, например, да? Да. И на малой тоже 10. Да. Нормально. Да. То есть 20 из них должно быть 3-4 спектакля типа детского семейного просмотра. И взрослые уже работы для серьезных думающих людей. Ну, у вас же постоянные аншлаги были до карантина, и сейчас люди, я смотрю, там слежу, вы в соцсетях активны, люди ловят ваши билеты. Да. Сейчас же вы переполовинили зал, даже малый, да? Естественно, то есть соответственно, через одного. Так сказать, и люди, решением нашего... И поймать билет еще сложнее стало, и билеты же у вас недорогие. Мы не стали их делать дороже, зритель не виноват в том, что, да, в том, что так произошло. Тем более мы еще должны... Много зрителей, которые купили билеты на март-апрель, они до сих пор их держат. Я понимаю, что у тебя, наверное, нет ответа одного, почему 20 лет театр, который в аншлагах, да, не может в городе получить свое помещение, но обидно. Или просто тяжело? Нет, вот ты сейчас здорово формулируешь, и получается, что это, собственно, не ответ, а не вопрос, а ответ. Я бы даже сказал немножко приговор. Не пойму, кому, театру или городу, но это немножечко приговор все-таки. Вот. То, что у нас гуманитарная сфера вообще в стране, и почему Днепр должен отличаться в лучшую сторону. Увы, он в этом смысле в лучшую сторону не отличается. Мы не видим... стратегии, которые рассматривают там, развитие страны, опираясь на какие-то гуманитарные ценности. Ну, не связано у нас развитие страны с гуманитарными ценностями. Никак.
вот вообще. Давай о чем-нибудь хорошем. Да, 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 о театре. О театре. Ну вот еще один болезненный вопрос. Дети вырастают, хорошие актеры, и твои дети в том числе, твоя дочь выросла, и она уже в Киеве, насколько я понимаю, да? Идут играть в кино, в сериалы, в другие театры. Как ты это воспринимаешь? Ну, только честно. Болезненно? Обреченно? Я воспринимаю это плохо. Я воспринимаю плохо уход, выбор или-или. Потому что я тот, опять-таки, редкий тип руководителя, достаточно редкий, и я не ставил запретов на съемки. У меня... Ну, как бы, я ставил только перед актерами вопрос, чтобы, ну, съемки и желание сниматься, все-таки, прежде всего, это, да, стать знаменитым, я как-то не очень понимаю еще в украинском кино стать знаменитым. Поправить свое финансовое положение, да, кино оплачивается на порядок выше, чем работа в театре, но... Нельзя же ради денег сдавать профессию, да, то есть, скажем так, вот актер может сняться в не очень хорошем сериале, но он при этом, возвращаясь домой, играет в «Одноклассниках», играет в «Острове Инишмане», играет в «Голодной крови», он выполняет, и он себя уважает. В «Томе на ферме». В «Томе на ферме», да в чем угодно, и он себя уважает, потому что его приглашают, его... Актер, который из-за кино оставляет театр, вот я так скажу, он становится просто беззащитным перед кинопрессингом. Он становится беззащитным, он становится товаром, не продавцом, а немножко просто товаром. Его начинают использовать, потому что он теряет тылы, он же думает, елки, я нигде не работаю, я не работаю в театре, как я буду... Ну, то есть это определенная зависимость. Да, 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 да. Работая в театре и снимаясь, у меня сейчас есть такие примеры, актрисы, актеры, которые снимались, снимаются и остаются работать в театре. Я не вижу в этом проблем. И для меня, почему я плохо к этому отношусь, потому что человек, который делает такой выбор, он себя немножко обнаруживает как, ну, как это сказать... Ну, жадный, не смог устоять перед искушением. Ну, слушай, но это искушение. У многих же из них еще не было такого опыта, они еще не знают, как это, они еще не видят, наверное, не могут оценить издержки, да, вот этой я истории. Я думаю, что могут. Я думаю, те, кто ушли, например, Олег Шульга, он снялся до ухода в 2 полнометражных проектах. До ухода. Леша, Надя ушли, имея уже там какое-то количество участия в сериальных проектах. Уже можно понимать. Я понимаю... То есть это как раз тот случай, о котором мы говорили про улицу, когда ты видишь человека и жалеешь, что какой хороший материал пропадает. Ты уже знаешь, какой материал пропадает для театра, да? В этом смысле? Или ты думаешь... Естественно, сейчас... я пару лет, да, как бы вместо работы над новыми проектами занимаюсь реанимацией тех проектов, которые обязаны жить. Обязаны жить «Одноклассники». Одноклассники, замены, воды, хорошо. Да, уже, хорошо, да, да, видела, уже ввели, уже хорошо, как бы все доволен? В порядке. Да, да. Ну, буду доволен после 3-го показа, я думаю, что уже окончательно. То есть мне жаль этих ребят, потому что они поступают немножечко. Потому что «Одноклассников» у них может уже не быть. Да, у них уже не будет. Или «Острова Энишман», или еще чего-то, или «Дома на фирме». В этом смысле. Да, да, много чего уже не будет. А ты не веришь в украинское кино? Почему? Верю, но для того, чтобы уровень этого кино рос, должен расти уровень актеров. А актер должен работать в театре. Это профессия наша. Он должен работать в театре, расти, развиваться, выбирать. Работая в театре, ты должен выбирать. Слушай, а может, они уже не театральные актеры просто, может, они все уже актеры кино. Такая же профессия тоже есть, это другая профессия. Ну, понимаешь, это все равно, что ты был водителем автобуса, а стал водителем велосипеда. Но все-таки это разный уровень владения ремеслом. Есть большие актеры украинские, которые играют и там, и там.
Совершенно верно. Я ведь тоже, я не запрещаю сниматься. Я говорю, зря, ребята, вы оставляете театр. Потому что вот сейчас пример тех людей, которые и в театре, и снимаются, они чувствуют к себе уважение, их ищут, да, понимаете? Их тянут в Киев из Днепра. Ну и находят их через театр, и находят, кстати. Вот и находят стартовая их площадка в же, да, театр. Вот. А так все съезжаются в Слушай, Киев. Слушай, я много встречала статей, кстати, о том, что театр Верим, такой не полигон, а как сказать, кузница, да, вот в Днепре такая кузница кадров есть для украинского кино. И меня тоже это слегка дергало, потому что театр стал кузницей для кино. Ну, все равно это был, не, ну, это был комплимент. Это человек комплимент, это, но он сделал, такой, да. Такой слегка сомнительный, да, вот. А еще, знаешь, вот это вот тоже вторичность некая, второсортность, да. В Днепре взяли же актеров из Днепра, знаешь, да, и да, думаешь, да, боже мой, такое впечатление, что мы в каких-то диких пещерах, знаешь, там вообще не понимаю, не имеем никакого понятия о театральном искусстве, нашли каких-то диких людей. И вот они смогли сыграть там, знаешь, как... Это уже задача нашего... Видимо, Днепр не такая уж дыра! Раз, да. Это задача нашего города. Я бы очень хотел, чтобы в Днепре была своя киностудия. Ну, она же была Одесская, была Свердловская, была Киевская, была... Ну, то есть их было разбросано. Город, особенно сейчас думая о том, что надо сохранять театры, надо обеспечивать людей... Ладно, не можете обеспечить жильем, обеспечьте достойной работой и зарплатой. С жильем мы справимся. Это просто это унизительно, опять же, для этого, для такого города. И сделайте киностудию, которая вас прославит. Это же несложно. Во всяком случае... И будут приезжать же. Да. У нас уже есть частные продакшены, которые работают на достаточно хорошем уровне, которые работали с Лозницей в Донбассе. То есть, ну есть потенциал. Надо только вложить и захотеть это реализовать. У меня есть виртуальная корона, не коронавирус, корона. Да, да. Вопрос, который никто не любит, потому что надо быть нескромным. Вот в чем Владимир Петренко молодец? Сейчас мы это Легко? Сделаем достаточно громко. Нет, ну вот один ответ уже у меня готов из предыдущей части. Я пока что не забронзовел, не засахарился. То есть я пока что... отношусь к этой работе просто с каким-то щенячьим увлечением. Я могу репетировать, не глядя на часы, и не есть, не пить, не спать. Я могу это делать, мне это интересно. А вот что-то не относящееся к театру, например, вообще? Или у тебя вот театр и просто... В чем я молодец, не относящимся к театру? Да. Да не... Не, ну да, я человек театра, я принадлежу театру. Я... Ну, ты каждое утро возишь дочку в школу, да? Или ну, нет? Слава богу, не вожу, а сажу в школьный автобус и отправляю. Даже тут ты не молодец, я поняла. Вот. Не, ну, какой я папа, это не мне судить. Это, судя по всему, это маму счастливый, надо потому спросить. Что у тебя сразу улыбаются глаза совершенно иначе, когда ты говоришь. Да, дочка ты идет папа... в первый класс, это же Слушай, ты папа страшное испытание. Двух дочерей, да, да одной да, да. взрослой, состоявшейся да. актрисы. Да. И дедушка, мы, да. Да. Уже и дедушка. Которая сделала меня дедушкой, да, да и уже дедушка. Маленькая. И вот вторая история уже в да. солидном, зрелом, Новая история. Сознательном, да, да, скажем, да, да, возрасте появилась. Когда дочка... Есть, ну, ты почувствовал разницу? Это два разных отца, два разных состояния. Да, конечно. Ну, как бывает, два разных дня, два разных спектакля. Вчера он был гениальный, сегодня он ужасный. Да, на него смотреть невозможно. А как актеры понимают, что ты недоволен? Ты об этом говоришь или надо догадаться? Нет, по... нет, говорю, конечно, говорю. А как ты говоришь? Говоришь, я недоволен, да, или говоришь, что? Ну да, я говорю, что еще? Это, ну, у вас что, по понедельникам разбора полетов не существует? Мне кажется, это в любой... У нас каждый день. Ага, у нас раз в неделю, чтобы нервы поберечь. Вот. Вот это я молодец, кстати. Корона номер два. Я очень редкий экземпляр режиссера,
который все время смотрит свои спектакли. Я вот не, ну, если это не спектакли, поставленные в других городах, в чужих театрах, то я все время на спектакле, и я его, ну, как бы держу в живом состоянии. Это реально сегодня крайне редкая задача, которую ставят себе режиссеры. Режиссер сделал, выпустил, типа, теперь должны профессиональные актеры этим заниматься. Ну, это лукавство, потому что, опять же, взгляд со стороны. Ну, вот я не представляю игры команды без тренера на скамье. Ну, это странно. Режиссер должен быть начитанным? Да, конечно. Конечно. Это первое условие. И актер должен быть начитанным. Не на, более начитанным, чем насмотренным? Да. Потому что когда ты смотришь, вот, кстати, когда ты спрашивала, как появился театр, конечно же, сначала появилось кино. Потому что ты читаешь, вот первая вещь, которую я захотел стать кинорежиссером, да, это «Сердца трех» Джека Лондона. Потому я абсолютно не принял вот тот старый уже теперь фильм советский. То есть ты в голове увидел, как конечно, это великолепный экшен. Да, я в голове это вижу. А ты кино любишь вообще? Конечно, люблю, да. Но как я к тебе не любить? Вот. И если ты смотришь, то ты смотришь, в общем-то, результат чужой фантазии. А когда ты читаешь, ты развиваешь свою. Конечно, развиваешь. Обязательно. Где ты ищешь материал? Я понимаю, что ты ищешь везде, наверное, что-то там слушаешь, кто-то советует. Ну вот сейчас У меня впечатление, я объясню почему. Да. У меня впечатление, что количество драматургического материала, оно ограничено. Вот я понимаю, что есть классический пласт, там, начиная от античности и заканчивая там каким-то там, я не знаю, шестью томами Лопе де Веги, например, да, но ставится из него да, там, но ставится все равно две-три пьесы, да. Пьесы, да. Вот. А хочется же чего-то и современного, например, и, наверное, нужно что-то современное, искать какие-то новый театральный-то язык, он, понятно, он гибкий, он подстроится, но хочется же и современный материал. Он вообще есть? Он есть. И, к сожалению, сейчас небольшое количество новых талантливых пьес. И когда такая появляется, то, в принципе, вот по медиа, где-то выуживают. А кто? Вот этот режиссер, у него чуйка на современное. А что он поставил? А вот это поставил. А можно это найти, почитать? Можно. Я читаю. Нельзя найти, почитать. Будем ждать, когда появится. И потому... Есть специальная профессия в театре – завлит. Угу. У меня такой ставки нету. Ты сам себе завлит. В моем штатном расписании нету единицы завлита. Это человек... кто-то приносит находки из актеров, из режиссирующих актеров, да? Ну вот режиссирующие актеры уже делают те вещи, которые они хотят. Порцеляновый кролик, насколько я понимаю, Варя сама принесла, да? Ну, Варя принесла другая актриса, да. Да, Варя посмотрела, как бы увлеклась, да. Ну, то есть не ты навязал? Не я, конечно. Наверное, Макдонах, который сейчас у всех на устах, и которого я читал достаточно много и не очень приветствовал, Катя взяла раннюю его пьесу, которая оказалась ближе там, нашему пониманию, нашему какому-то мировоззрению нашего для театра. Для Днепра, мне кажется, «Инишман» — это просто бомба, потому что он настолько переносится, да, на наше днепровское мироощущение и постоянную вот эту самоидентификацию, да? Да, все же говорят, что Днепр там особый город, ни первый, ни второй, и, ну, это все ерунда, конечно, но он действительно и сложный, и простой, в том плане вот эта фраза, видимо, Ирландия не такая уж и дыра, раз сюда приезжают цветные, я все-таки, да? Я все-таки... Мне кажется, что в Днепре «Инишман» мыслящими людьми воспринимается как некий, знаешь, я бы все-таки потребовал от тебя корону сейчас, потому что мне кажется, что это нормальное отношение к спектаклям театра «Верим». Если я тебя сейчас спрошу, а что, самоубийца не откликнулся?
Нет, самоубийца откликнулся, но самоубийца во мне откликнулся больше как у литературоведа, да, потому что я знаю эту пьесу, хорошо знаю эпоху, в которой написалась, хорошо знаю историю автора, да. А человека, который описан? Нет, человек, который описан, это вечная история на самом деле. Да, или там, к сожалению, «Одноклассники» для меня острейшая пьеса, которая остается острейшей. «Одноклассники» острейшая пьеса вообще для человечества, мне кажется. Да, конечно. Потому что там поменяй название национальности, скажем так, да, и впиши туда другое. Да, и будет как бы история про нас. Я когда ищу пьесу, то я ищу... Вот сейчас у меня есть очень важная тема. Вот меня на улице, в друзьях, в знакомых... беспокоит какая-то тема. Я ищу материал, который это выразит. Угу. Понятно, что могу не найти, какую-то аллегорию. Могу не найти, но увидеть другую. О, это тоже касается меня. Угу. Это, пьеса должна отозваться. Потому что хороших пьес очень много. Ну, не все они говорят обо мне сегодняшнем и о моем окружении. А были провалы, когда не угадал, не пришло? Вот честно, пока не было. Вот так, чтобы сказать, провалы. И была пьеса, которая очень быстро ушла? Ну, постановка. Я бы, наверное, сказал, что вот, наверное, из таких трудных детей, которые так ты и не сделал на лучшем уровне, как хотел, это, например, «Дульсинея Тобоская». Mm-hmm. Не все мне там удалось, вот так скажем. Mm-hmm. Может быть, не все удалось там с актерами понять, найти. Может, позже еще вернешься. Вот это, наверное, самая большая неудача. Угу. Вот. Может, она поэтому просуществовала не так долго, не только потому, что Надя с Лешей ушли. Ну вот, наверное, это самый трудный ребеночек, которого все равно тоже любишь, да. Потому что это очень жертвенная профессия. И... Ну, любая профессия, которая обернута лицом к человеку, открытым, да, открытым, да, сердцем. Поставим сюда рядом там учителей, она врачей. Жертвенная. Да. Это же профессия, которая отдает. Да. Все время отдает. Да. А получает в ответ что? Да, но... Но этого что, просто, порой хватает. Просто спасибо, да? Да. Да? Если человек будет любить чуть-чуть разбираться в этом искусстве, вот почему я не тороплюсь с премьерами, он уже прекрасно понимает, что на одно название можно ходить несколько раз. Да. Ну да, это же не имеет значения. В театре не имеет значения сюжет. Потому что никто бы не ставил Ромео и Джульетту. Ну, все же знают, чем кончилось. Вот ты знаешь, у меня очень много знакомых, много знакомых, которые просто ловят билеты театра «Верим», потому что это театр «Верим». И, ну, мне приятно, да. И когда рекомендуешь, например, приезжим куда-то сходить, ты говоришь там, сходи в «Верим». Я очень редко что-то кому-то советую, потому что мои вкусы, это мои вкусы, ну, это тоже, ну, может быть, специфическая какая-то история. Я не хочу никого там, допустим, разочаровывать. Ну, вас я рекомендую всегда. Спасибо. Уверенно. Ну, вот серьезно, это правда. Это то, куда я могу повести своих детей, например, да. И... С которыми вместе можно что-то посмотреть. Вместе посмотреть, да. Более того, они ходили на... Когда они еще были не театрального возраста, да, там уже у вас же есть там 14+, там 16-18+. Вот на очень простую историю они ходили, по-моему, там в 10-летнем или в 11-летнем возрасте. Да, да, я помню, там вы там тоже так криво посмотрели, но помнят до сих пор. Мечта, Вов, мечта. Увы, здание. Здание. Да, да. При появлении зданий, я бы вот так сказал, 40% качества добавляешь. Ну, потому что, ну, извините опять за аналогию с футболом, ну, как клубу не иметь своего стадиона? Или как ему не иметь живого, или тренироваться в помещении? То есть вы 30 лет в Приимах, ну, фактически. Ну, хорошо, давай, да, 20. Давай, да, брать, да, из них 20. Вы арендуете, театр арендует сцену, да? Да. Причем ограниченное количество раз. И потому, я почему говорю о качестве? Потому что, например, одно название играется раз в 2 месяца на большой сцене. И на малой сцене я могу играть в месяц все, а на большой сцене мы сыграли в сентябре, и в следующий раз ты выходишь в ноябре и думаешь, ой,
а что я нашел там, а что моя душа почувствовала. Так зритель же зато соскучился. Нет, зритель придет, зритель есть. Сегодня надо не радоваться тому, что ты мало играешь. Нет, ну у нас миллионный город, как ни крути. И в нем столько зрителя из тайги. Я вот просто вчера шел по Яворницкого, поднимался, и за мной шли студенты-первокурсники. Ну, я притормозил и прошел с ними до танка. Они разговаривали о том, это явно было, что первый курс, у них появился предмет философия. И то количество мата, которое я услышал, от удивленного мата по отношению к этому предмету, к этому преподавателю, что такое якась философия. Ну да, якась. Да. Я был обескуражен этим предметом, переводя его на цивильный язык. Потому сегодня люди не знают, увы, ни что такое философия, ни что такое театр, ни что такое... Я про симфонический оркестр, это про филармонию просто не говорю, органный зал. Хотя мы живем в иллюзии, что, ну да, залы заполняются, но давайте подумаем, какое у нас население. Давайте подумаем. Ну, постоянных зрителей же много, постоянных. Да. Ты же их уже узнаешь. Но это же все равно пропасти. Ну, так это плохо, что ты их узнаешь. Ты же хочешь, ну, по идее, должны приходить новые. Я ему чрезвычайно рад, да. Я понимаю, что ты рад, но на самом деле хочется видеть... И, конечно, обновление зрителя ощущается в большом зале. Малая сцена, которая на любителя, и эти любители раскупают билеты в первый день, они же не дают возможность тем, кто ходит в театр вот так спонтанно. Вышел, а куда сегодня? А вот тут какой-то спектакль. А половина людей так попадает в театр, вот не планируя свою жизнь. У нас таких людей, к сожалению, большинство, которые ничего не планируют. А попадать им туда надо. С детства надо что-то делать. Да, мы же не говорим, что что-то храмов много расстроили по Днепру. Что-то много. Я говорю. Должно было бы быть меньше. Я говорю. Да. У нас, я всегда говорю, что храмов, да простят меня там люди, возможно, чьи-то чувства. Ну, не знаю. А когда ты бываешь за границей в средневековом городе, количество храмов ведь умиляет. Я на них смотрю как на архитектуру. Нет, меня не умиляет. Ну, хотя бы. Я и музеи хочу, и театры хочу, и просто хочу понять, как живут люди, да. Я не знаю, мы на веселой ноте заканчиваем или на это, на веселой, или на грустной, да? На веселой. На веселой. Да, встретимся в моем здании. Очень хочется, на самом деле. Очень хочется. Мы в это верим. Вот я, к сожалению, вот именно в эту веру стал, к сожалению, утрачивать. Я понимаю, что это плохо и неправильно, потому что по вере воздастся, но это вот какая-то иллюзия. Сейчас правда, вот в сентябре 2021 года мы будем отмечать 30 лет. И я прекрасно понимаю, как можно было бы провести эти 30 лет в рамках этого города, в котором театр 30 лет проработал. Какой это мог бы быть подарок театру, городу, взаимной какой-то радости, если бы на 30-летие... Нам не вошли в новое здание, а сказали, вот эта сараюшка будет ваша, давайте теперь об этом думать. Тогда я поверю это. А сейчас я даже иногда думаю, это без всяких, как сказать, без провокаций, что, может быть, когда-то он и должен остаться уже легендой. Потому что приход все новой молодежи, все усложняется и усложняется. Театр работает сейчас вот на каком-то, на износ. Он так работает. Мы по-прежнему остаемся успешными, но только я знаю, какой ценой это происходит. Вот, так что... Ой, это что-то мы совсем в другие... Да. Но я надеюсь, что будет пара-тройка премьер. Я надеюсь, что это будет... Это в ближайшее время, а там еще много. Это будут какие-то, да, знаковые премьеры, других не держим. Вот, я очень хочу, чтобы наши зрители радовались, что театр «Верим» совпал с ними в этом городе. Радуйтесь. Да. Спасибо. Не проста розмова, і більше питань, ніж відповідей. Але мені здається, що в творчій темі завжди так. Коли закінчується
питання у творчій сфері, то можна вже точно, ну, точно залишатися легендою. І питання, і відповіді не мають бути односкладовими. Так, так чи ні? Точно вже, ну, все, вже легенда. Так, да, так, у нас, це складна, у нас, складна, да, річ. У нас нема питань тільки до того, що вже пішло. Так. В небуття забронзовіло, як ми кажемо, да, і є до нього якась там однозначне ставлення. Дякую, будемо ще зустрічатися, будемо ще говорити. Це був Володимир Петренко, художній керівник і режисер театру «Віримо». Так. Назва не перекладається. Точніше, перекладається, не транслітерується. Угу. Бо «Віримо» – це віра. Так. А у що віримо? Віримо в будівлю. Да. Ну, зараз театру. Так. Будівлю театру. Дякую. Спасибо.